Сколько тебе лет? 27. Радостный человек? Тихо. Радостный человек, он курит. 27 лет. Это бывает, когда падают с 9 этажа, они летят, им кажется, что не летят и не радуются, но это бывает очень больно. 27 лет? Да. Ни разу не женат? Не женат. Зачем? Грехов переделал много. Ну очень, ой-ой-ой. Как родители к тебе относятся? Нормально, терпят. Терпят, тебя любящие родители. Ага. Им только остается, что единственное, молиться за меня. Ты в них воруешь? Нет. Я привык на улице. Воровать? Естественно. Тебя за это не били? Ни раз. Я только раскидываю колоду карт, не больше. Так, а теперь о себе. Да нельзя, житуха малина. Какая малина? Ты еле дышишь. Почему я еле дышу? Ты еще так протянешь и скоро сдохнешь. А, это уже вопрос времени. Так я имею в виду, это не времени, это ты жизнь такая поганая. Жизнь как карточная. Будешь каяться? Жизнь как карточная игра. Смотри, с кем играешь, да? Естественно, жизнь как карточная игра. Сам придумал? Нет. Сегодня масть ляжет так, завтра по-другому. И меня нет. Ты так хочешь? Нет. Я чуть чего-то другого. Ты когда уверовал, ты такой же был? Нет. Меня чуток изменило. Чуток, а потом ты вернулся? Не вышло. Не вышло? Не получилось тебе с Богом ходить, да? Не вышло. Друзья, это все. Это разве друзья? Это болото. С какое-то времени, может. Ну это болото, правильно? Затянуло назад, да? Ну да. Да. Спорить не буду. Не получилось орлом летать, да? Не получилось. Ну рядом были те... Ты хочешь? Что? Болото не хочу. Я хочу чего-то нового. Чего нового? Ты уже все перепробовал. Все. Но хочется другой жизни. Какой? Более свободной. Я бы не хотел тебя снимать на твоих похоронах. А я не хочу на похороны. Бра, я хочу еще дотянуть типа до своей свадьбы. Ты слушай, до свадьбы? Да. Кому ты такой нужен? Глянь на себя. Не, на себя. Какие-то прыщи. Ты колешься? Сейчас нет, в данный момент. Вот да, сейчас через полчаса буду колоться, да? Нет, 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 нет. Ну что, осталась дорожка. Ну покажи, 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 ближе, ближе, покажи так сюда. Дорожка. Ну, а в другая? Нет. А у пах никого? Нет, не стоит. Не дошел, не стоит? Не стоит. А таблетки какие-то употребляешь? А, разные. А Трамадол попробовал? Естественно, и Трамадол, и у нас в Горьке продается? Везде. Сколько хочешь, почем он сейчас? Знать места. Почем он сейчас? Борька. От 60 гривен и больше, брат. Штучка? Нет. Пачка 10 штук? 10 штук. А сколько надо на одну дозу? На одну дозу 8-10. Смотря 8-10. Кому как. 6 колес достаточно, чтобы тебя убило. 6 колес и тебя убьет. Ну меня может быть, а тебя уже не берет даже 6. Нет. Я уже все это перепробовал, поэтому мне уже как-то все равно. Кто-то сказал, знаешь, одну такую фразу. В раю климат хороший, а в аду компания лучше. Там некогда будет сидеть, знаешь. Есть. Там, знаешь, компания сидит вся на мангале и жарится. Ха, на мангале, согласен. Они ничего там не едят, тут их жарят. Ты их не боишься Бога? Где-то там. Не боишься Бога? А как? Нельзя. Нельзя не бояться. Скажи свой стих какой-нибудь, расскажи. Постой, прохожий, не спеши. Здесь под плитой надгробной, в немой кладбищенской тиши, лежит тебе подобный. Остановись со мной побудь, и правдой ты узнаешь суть. Ты жив, я мертв, но я и ты, почти одно и то же. Я твой двойник, я тень твоя, мы всем с тобой схожи. Мне жить в могильной глубине, но ты себя узри во мне. Гость на земле всех тлений, ты помнишь день и помнишь час, когда услады жизни. Ты брал Шагайла на пролом, но титул, деньги, славу, дом, ты не возьмешь с собой. И те, кто нынче слезы льют, тебя забудут через год. Спеши хоть память о себе, хорошую остави. Так предназначена судьбой, твоя могила под тобой. Как от подошвы до земли, от мертвого к живому. А этот колокол звонит, о ком не по тебе ли. А эта скорбная плита, как пограничный камень. За ним угаснет красота, ума и сердце пламень. Не протащить за этот круг, меч, книгу, посох, плуг. Но те, кто свято прожил жизнь, дождутся воскресенья. От зла свой путь убереги, ты понял? А теперь иди, прохожий. Ну почему ты этим стихом не живешь? Не выходит так. Чего? Ну, значит, стихи не твои? Мои. Это Бог тебе их дал? Не знаю. Слушай, это талант от Бога, ты его употребляешь? Иногда. Иногда. Но ты не хочешь самого хозяина этого таланта иметь? Хочется чего-то. А ну еще один стих расскажи. Ты умрешь. Запоздала тень от сомкнутых ресниц.
повторила простое движение. Я из стаи людей ухожу в стаю птиц, наплевав на закон притяжений. Сердце в клетке, а дух в облака, ближе к силам меня породившим. Мне родная рука закрывает глаза, отпускай навстречу Всевышним. Я в дорогу с собой не возьму ничего, только память о людях мне близких. Груз тяжелый, поверьте, лететь нелегко, и теряю я ныне и присно. Я в привратный багаж свой не сдам, утаю там, где сердце стучало. На 3 дня отпрошусь, чтоб вернуться домой и себя проводить до причала. Я в конвейер эпох не возьму ничего, только память о людях мне близких. Груз тяжелый, поверьте, лететь нелегко, и теряю я ныне и присно. Я в привратный багаж свой не сдам, утаю там, где сердце стучало. На 3 дня отпрошусь, чтоб вернуться домой и себя проводить до причала. Я в конвейер эпох просочусь, как вода, и по сломанной временем ленте шаг за шагом пойду из себя в никуда, обходя коридоры столетий. Я 100 раз к вам верну, стукну птицей в окно одиноко, тонко пискну котенком у дверь, не гоните его, дайте хлеб с молоком, пусть он с вами уснет на постели. То, что есть. Колода карт. Вот то, что впереди. Жизнь проиграна либо выигрышная. Как колода ляжет, ляжет пиковый туз, выиграл. 4 туза еще лучше. Знаешь, бог карты не играет. Я знаю. Догадываюсь. А так как ты колода... Ты в него не выиграешь карты. А. Потому что он в них не играет. Ну. Скажи свой стих о себе. Устал я по жизни шагать, я много успел повидать. Дань моде спешу я отдать, но только ее не догнать. Успел я поесть и попить, но душу не смог насытить. Успел я кумиром побыть, а душу не смог насытить. А время все рисует, все пишет свой портрет. От самой колыбели до тех последних лет. С дороги не сбиваясь, оно ведет свой счет. То выстелит морщинку, то складки нанесет. С годами мы стареем, и входит цвет в права, и белою поросшей повита голова. За радости сверх меры, за прежние грехи, безжалостно и строго кладет оно штрихи. То длинный штрих положит, а то взмахнет слегка, и белая дорожка ложится у виска. И пусть сейчас мороз леденит висок, стынет на щеке горькая слеза, только б не замерз, веры колосок, сердце остывать никак нельзя. Про себя. Единственная штука. А про родителей? А у меня про них ничего нет. Просто одно. Ничего знаю. Доброго нету. Доброе есть, то, что благодаря. А под стриктом ты написал на своей могиле, что бы ты хотел, чтобы написали на твоей могиле? Ха! Это уже кому как. Кто уважает, тот напишет все, что знает обо мне. Кто я по масти и что. Ты по масти кто? Вор. Вор? Всего лишь вор. Карты это все, что есть. Раскинул колоду и все. Дама пик. А дальше уже карта бита либо сыграна. А ты валет, шестерка, наверное... Нет, я шестеркой никогда не был. Ну, а кто? Я был по жизни фартовым налетчиком. Как? Фартовый налетчик. А по картам кто? По картам катала. Катала? Всего лишь катала. И это ни больше, ни меньше. Раскинь колоду, сыграю, знаешь. Почему ты первый раз покаялся? Что-то побудило, может, порыв чувств. Может, просто устал от жизни. Хотел что-то нового. Ну, вышло не то, что ожидал. Что ты ожидаешь вообще от Бога? Что-то особого. Возможно, он изменит когда-то мою жизнь к лучшему. Милости ищешь? А, милость? Милость – это так. Лишь бы только изменилась жизнь. Все стало на свои круги. Как ты видишь это? То, что когда-то все изменится. Все станет лучше. И в один момент когда-то я стану другим человеком. Пройдет все. Вот эти карты. Пройдут. Ты ждешь этого? Надеюсь на то, что когда-то все станет другим. Ты можешь майку задрать и покажи, какой ты худой? Да, пожалуйста, брат. Базара нема. Все, что осталось от бывшего борца. Все осталось, что от бывшего дзюдоиста осталось, все, что осталось. Медали пропил, что ли? Медали. Медали давно ушли. Все это дело. Все уходит на медали. Все уходит. Все уходит, брат. Оно приходит, уходит. Медали, они ничего не стоят. Если медали что-то стоят. А что стоит вообще в жизни? Житуха стоит чего-то другого. Чего? Что-то особого, недосягаемого. Пока, по крайней мере, для меня. Но надеюсь, что когда-то все станет на другим. Когда-то будет другой пик. Пик событий, все изменится. И карта ляжет нужной мастью на стол. Нужной мастью, та, которая мне нужна. Ты хочешь пойти ва-банк? Ва-банк? Если был такой случай, я бы пошел бы.
если ты был бы все такой. Заложил бы и пошел бы, да? Да. Пока не предоставлялось. Пока не предоставлялось. Я готов даже пожертвовать свою жизнь. Ну ты готов? Да. Если будет случай. Если будет случай. А если тебе, карта ляжет. Тебя кинут, поверь. Ха, тогда уже другой расклад. Жизнь проиграна. Если бросят. Но если карта ляжет. Ты сам знаешь. Нужная масть. В миру все предсказано. Мир подобен волчьей стае, а волчьей стае вой по волчьей. Находишься среди волков, вой наравне с волками. А овчарка волка не завалит. Тут расклад. Овчарка волка не завалит. Чего ты боишься? Одного, что когда-то не будет такого момента, что я не смогу ответить за базар. А за базар отвечать это обязан каждый. Если не ответил за базар, это чревато последствиями. И что будет? Крышка. Чин-чинарем. Ты готов к этому? Морально, но не физически. Хочется чего-то нового. То, что ляжет на мою карту. То, что ляжет на масть. То же самое. Покажу тебе одну вещь. Если б лёг хотя бы пик король, была бы счастлива. Была бы счастливая масть. Для меня. Или же хотя бы пик туз. Ну, как видишь, в колоде он играет часто. Ты не знаешь, где он может находиться. Сегодня ты вытянул 7, завтра ты можешь лечь. С ней же. И ты не сможешь ничего никому доказать. Тут как колода, жизнь играет по колоде карт. Все, что есть у тебя, это колода карт, которая ничего не стоит. Знаешь, ты играешь со смертью? Со смертью, да. Но если выпала карта, если бы можно было обыграть, как говорится, пойти в банк обыграть, вытащить туз из колоды, или 4 туза, тогда твоя жизнь, может быть, чего-то будет стоить. Найдется хотя бы 4 или 2 туза, твоя жизнь, она будет стоить хоть что-то в этом мире. А найдется не та масть, тебе крышка. В прямом смысле тебя положат, и все. И жизнь сыграна. Давай еще один стих, и все. Рады. Вдруг часы у тебя на стене, много времени видно, висят. Ты слыхал в ночной тишине, как они равномерно стучат. Ты подумай, о чем говорит, хоть размерный старых часов. Твое сердце не так ли стучит, измеряет движение годов. Слышишь ты все тик-так да тик-так, так за годом кончается жизнь. Что же год, жизнь твоя, плод или сорняк, и куда тебя путь твой ведет? Может быть, дни мои сочтены, и сегодня ночную порой, мне скал часы со стены. Жизнь прошла, и пора на покой. Ты готов ли сегодня, друг мой, подвести своей жизни итог? Чтоб последний удар часовой не застал ли тебя врасплох? Чтоб беда не стряслась с тобой, чтоб творец не отвергнул тебя. Ходи в жизни ты с чистой душой, люби искренне Бога всегда. То, что есть. Скажи это сам себе. А это и придется, это ко мне и относится напрямую. Дальше жизнь всего лишь игра. Игра, не стоящая иногда колоды карт. Игра, не стоящая денег. Все, что осталось, оно бито. Даже эта двушка или тот же червонец, брат. Тебя жестоко обманули, знаешь? Да. Смотри, вот это все, это не стоит твоей жизни. Я жестоко обманул, да. А ты повелся. Повелся. Я искал лучшего чего-то. Тебя обманули? Да. Я искал лучшего. Я думал, что за вот эту вот несчастную бумагу я возьму все. А что, всего лишь бумага, колода карты, пачка сигарет. Все бито. Все бито более козырным тузом. У которого нет других тузов. У меня нет из колоды ни одной карты, которой я могу побить этот туз. Козырный, который лег на меня. Я его ничем, брат, не побью. Это смерть. Чем я побью? Смерть. Тот туз. Ты правильно. Чем я его побью? Смотри, этой колодой карт. Ха. Я его не побью этой колодой карт. Деньги я не откуплюсь. Я могу предложить все ва-банк. Вот, все, что есть. И что я из этого имею, друг? Раз, два, и все, меня нет. Я крыт. Ни одной колоды карт не хватит откупить меня. От этого мира. Ха. Тут, брат, смотри, колода карт. Откупишься, не откупишься. А, фокус показал. И бита. Либо же показал, запрятал, показал. И все равно опять бита.
Два туза в колоде карт. Ты не выиграл. Никак. Это бита. Когда ты последний стих написал? Последний стих я написал недавно. Недавно совсем. Скажи, пожалуйста. Если вдруг несчастно тебя нагрянет, если на ресницах заблестит слеза. Потом, сейчас по новой давай. Знаешь, что я с улыбкой, осторожно гляну. Давай по новой, по новой, по новой. Не нагинайся, хорошо? Ага. А то пропадают звуки. Я понял. Как так получилось, что сошлись в дорогу? Вовсе не похожи, но сошлись в одну. Если вдруг несчастно тебя нагрянет, если на ресницах заблестит слеза. Знаешь, что я с любовью, осторожно гляну, осторожно в самые глаза. Разве друга ищут, разве выбирают, друг тебе приходит как-то невзначай. Да и другом разве каждого... Называют друга от недруга, нужно отличать. С другом можно плакать, можно и смеяться. С другом можно просто сидя помолчать. Кто сказал, что с другом нужно не считаться? Друга первым делом нужно уважать. Но где ты найдешь того друга, который уважит тебя и кого ты уважишь? Тот, кто не посмотрит на тебя. Тот, кто, бля, буду свободу не видать. Разорвет футболку и скажет, я с тобой. Пополам на смерть и на ливень. Я буду с тобой рядом, там. А таких друзей нет. Все продажные. Дай любому человеку. Вот, у меня есть пятерка, любому дай. И он сдаст тебя тут же, он пойдет, сдаст тебя на кон. И твоя жизнь бита. Дай ему что-то, твоя жизнь прошла. Иногда задаешь себе вопрос, а не даром ли я прожил эту жизнь? Когда-то мне рассказал один случай человек, вот недавно, пока мы были там, он мне рассказал одну штуку. Человек имел все, имел деньги, богатство, он приходит. Такой, да, вот я умру, а что со мной будет? Я хотел бы, чтобы мое имя записали на большой-большой башне. Приходит его время, приходит к нему ангел, берет его за руку и говорит, друг, пошли. Тот говорит, а что? А вот пришел твой час. Приводит его к большому столбу, а там куча имен. Он так смотрит, а, великие имена. Тот берет, стирает самые выдающиеся имена и говорит, друг, вот здесь будет написано твое имя. Тот такой смотрит в шоке. Это все, над чем я трудился. Это все, ради чего жил. А стоит ли жизнь вообще чего-нибудь? Или жизнь не строит выеденного яйца? Просто кожура. Как сигарета, которую ты закурил, и все, и тебя нет. Ты прожил. А когда задаешь, а не зря ли ты жил? Зачем был этот фарт? Ты добился всего. Авторитета, тебя уважают. Тебя приходят. Брат, ты свой. А смотришь. А действительно ли рядом люди, те, которые с тобой? Смотришь, тебя нет. Пришли, бросили на твою могилку кучу земли. И сказали, все, друг, это все твое почтение. Я был недавно на похоронах старого школьного друга. Он был застрелен в доме своем. Его рассказала подруга. Ты не должен умирать. Опустился в мерзкий ад вместо тебя, Иисус. Жаль, что уже рассказать не могу. О Божьей любви все, что знаю. Просто приходит момент. Я был у друга на похоронах, вот недавно, буквально, у меня умер сосед на улице. Мне говорит, друг, будь за место священника, я говорю, мне не дано помасти быть священником. Что я скажу? Единственное, что он сказал, знаете, ребята, подумайте, зачем мы здесь собрались? Выпить, погулять, это можно в баре сделать. Парк есть, погуляй, говорю, ты знаешь, сегодня мы хороним классного пацана, он был хороший, для многих он был авторитет, пример говорю. Ну знаешь, мой что-то он не понял в этой жизни и ушел так рано. Он говорит, а он же был везде. Ты что, он козырный, типа? Он отмотал 8 ходок. Я говорю, знаешь, это не показатель. Есть момент, что его карта бита, жизнь проиграна. А стоило ли, я говорю. Единственное, он сделал одну правильную наколку. Карты, была колода карт на груди, сердце, купола, нож, икона и надпись. Надпись на самом центре. И это все, что приведет нас к погибели. Он сыграл свою ставку, но проиграл ее. Это жизнь. Ты ставишь ставку, и ты ее проиграл. Как обидно потом, когда ты остался ни с чем. Ты лежишь, все, тебя нет. А те, кто были рядом, они уже тебе забыли. Они не помнят, кто ты был. Был такой человек, тебя нет. Забыли по масти. Хотя все говорят, да ты по масти правильный. Ты фартовый. Тебя любят. Все, уважают. А где? Где делось, брат? Где делось? Где делось то, что было фартом? Где делись? Задай им вопрос. Вань, один. Вань, стоп. Я скоро компьютер кончается. Я тебе хочу сказать, на минуту мне осталось. Тебе не кажется, что ты сошел с ума? Нет. Ну никак. Нет? Все вроде бы устраивает, но нет фарта. А что ты еще любишь? Сейчас в данный момент только музыка. Какая? Любая. Любая музычка.
ты сам играешь? Базара нема. Но то, что может накрыть меня, это все, что может накрыть. Я сказал Ивану, что попал в нирвану, но Иван был пьяный и послал меня в баню. Я сказал Ивану, да я напрочь прозрел, я абсолютный беспредельный предел.